Ежи был шаман. Ежи был шаман, а Петруччо революционер. А Ежи был просто шаман. Ежи шаманил, а Петруччо сидел в тюрьме. Он сидел долго. Его не выпустили. Ежи выпустили. Однажды Ежи купил бубен. Бубен был хороший, большой, а Ежи маленький. Ежи был маленький, а бубен большой. Ежи пошел в тюрьму, видит Петруччо. Ежи пришел в тюрьму, а там Петруччо. Тут Ежи стал шаманить. Петруччо не понравилось. Пока он бил в бубен, Петруччо произвел революцию. А Ежи был просто шаман. Ему было тяжело шаманить. За это не платят денег. А Петруччо платит. Петруччо сел в тюрьму и получил деньги. Но тюрьма была большая, а Петруччо маленький. Петруччо был маленький. В этой большой тюрьме был один маленький Петруччо. Больше никого не было. Один маленький Петруччо на всю большую тюрьму. Революция! Кричал Петруччо. Но его не слышал никто. Только эхо его слышал. А Ежи? Ежи прыгнул с бубном и улетел. Прыгнул с бубном и улетел. Когда-то Ежи тоже был революционером, но бросил. Ежи бросил курить. Говорить, смотреть, чувствовать, думать, падать, ходить. Он бросил даже себе бубен и улетел.